Я поддерживаю призыв Олега Федоровича Горизан на Камрад. Я, камрадчанин, буду вас встречать, когда будет заседание, следующее заседание, очередное заседание Народного собрания. И чем больше вас приедут, из Волконеж приедут, из населенных пунктов приедут, и мы из Камрада встанем, тем быстрее мы добьемся конкретного результата о назначении даты референдума. Здесь еще было сказано, что если они откажутся включить повестку дня дату референдума, то надо требовать роспуска Народного собрания. Если требовать роспуска всех 35 депутатов, нет необходимости, даже не вижу в этом. Но отставки первого лица Народного собрания Константинова Дмитрия Георгиевича однозначно вы можете уже сегодня включить в резолюции вашего митинга. Упредить ситуацию. Если вы сегодня включите отставку Константинова, его заместителя Карасени, за антигагаузские действия, которые они проводят последний год, сегодня надо включить. И посмотрим, будет ли реакция, когда на этой неделе они думают провести заседание Народного собрания. Главное, чтобы процесс запустить. Если в эфире, в средствах массовой информации, везде будет говориться о том, что жители Чадурлунги впервые официально на митинге потребовали отставки Константинова за предательство интересам народа, автономии, то все по всей Гагаузии, в том числе его боссы в Кишиневе, начнут думать. Сегодня сказали, завтра могут реализовать. Поэтому я прошу вас включить этот пункт в резолюцию. Одним из пунктов. Конечно, референдум нужен. Об этом говорим давно. Об этом говорят все. Но референдума боятся те, кто у власти. Они боятся, что на референдуме случайно может выиграть восточное направление. Но они же демократы. Они силой затащили Кишинев 100 тысяч населения. У них были деньги, были автобусы, были средства принуждения. Они затащили туда 3 числа 100 тысяч, как они об этом говорят. Для чего? Для того, чтобы доказать, что они, числясь демократами, фактически являются диктаторами. Если вы демократы, поставьте этот вопрос на запад или на восток, поставьте на референдум, чтобы народ сам определился. А то, что вы силой притащили туда 100 тысяч и внушили им, что вы 5 человек хотите на Запад, потому что вы давно уже куплены Западом, это вовсе не говорит о том, что вы демократы и вы отвечаете принципы вашей демократической или либеральной демократической партии. Поэтому вот эти 200-300 человек, которые собрались здесь сами, без принуждения, я уверен, что сила наших вот этих интеллекта, сила нашего желания, она, если поставить на чашу, на историческую чашу весов, этой силы, мощь нашего желания, то они перевесят эту силу и мощь, или вернее принуждение этих 100 тысяч человек, которые были там. Поэтому мы за референдум, мы за отставку Константинова и за таможенный союз. Спасибо.